Комплексные ремонтные работы одной из наиболее оживленных улиц густонаселенной Граевки, Красногвардейская, начался в конце прошлой недели, а уже на следующей, при условии погодных условий, которые позволят работать дорожникам согласно обычному графику, у жителей появится возможность совершить комфортную прогулку вдоль улицы. Кроме нового асфальтбетонного покрытия, вдоль пешей артерии для эстетической привлекательности появится зеленая зона. Подходит к завершению работа по установке бортовых камней. Сейчас, завтра, послезавтра будем делать основание. И, значит, потом уже само асфальтовое покрытие. Город кажется небольшой, а дорог очень много. И сейчас вот мы пытаемся завершить там работы, где давно не были. Уже завершены ремонтные работы на улице Героев обороны Брестской крепости, Строительной, Высокой, Центральной, на участке автомобильной дороги по улице Шоссейной, также на путепроводе по улице Ленина. Там была заменена часть автомобильного участка моста. Сегодня силы дорожников брошены на благоустройство дороги по улице Карла Маркса. Кладется выравнивающий слой асфальта, затем рабочие приступят к верхнему слою. Работы очень много. К тысячелетию города хотят сделать очень много, и мы стараемся все эти объемы выполнять. Надеюсь, мы все не подведем наш город. Водителям стоит заранее выбирать пути объезда и быть готовыми к возможным пробкам. Но дорожный дискомфорт ненадолго. Работы ведутся ускоренными темпами. Полотно будет готово в течение нескольких недель.